зима была такая снежная, столько снегу нужно убрать, подготовить. Ну, с осени я их выкапываю, просушиваю, отделяю детки, и потом опять работы много. Сажаю этот вот здесь около, наверное, 1000 высажено. Все, тюльпанов вот, для людей, чтобы радовались. И действительно получается, благодарят за такую красоту. На севере, вот в нашем городе только такая клумба, в смысле только у меня получается. Еще листочки только стали появляться, а у меня уже цветет грядки тюльпанов.